Певица Ольга Бузова в соцсетях поделилась информацией о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оказался любителем ее творчества. По словам певицы, накануне она лично познакомилась с чиновником. Их первая встреча произошла на презентации шоу «История любви Шахерезады». Продюсером представления стала жена Пескова Татьяна Навка. Уточняется, что пресс-секретарь увиделся с певицей в одной из расположенных под трибунами комнат. Там они обменялись комплиментарными замечаниями.